И всем привет! Вы на канале Роман Геймс. И это у нас соляночка на честь 120 подписчиков на моем канале. Итак, один мой подписчик попросил меня, чтобы я снял Five Nights 4. Итак, Continue или New Game? Давайте New Game, что ли. Так, первая ночь. Я когда-то играл эту игру, где-то год назад. Я играл все части Five Nights at Freddy's. Так, я уже даже забыл, как играть, но раз он попросил, то я выполню его просьбу. Это что у нас? Хорошо. Так, какой милый мишка. Вроде нормальный дом, все хорошо. А, даже тут типа ходить могу, да? А ну? Так, прикольненько. Так, это у нас первая ночь. А, да, забыл, можно и так делать. Даже сюда можно прибежать. Понятно. Warning, listen carefully. If you hear breathing, hold the door shut. If you do not hear breathing, then use your flashlight. О, собака. Слышите? Гавкает. Так. Что у нас здесь? Даже немножко напоминает игру Слендерина в доме. Как же я мучился с этой игрой. Но прошел наконец-то на изи, нормале, точнее медиуме и харде. Экстрима почему-то не было. Зависимый от фонарика. Кажется, тут все по шкафчикам можно рыться или нет? Робот какой-то подозрительный. Тут нету видно. Нет, есть. Так, вторая ночь. Ладно, давайте, думаю, мы сможем с вами продержаться. Так, это наш шкафчик? Шкафчик какой-то с одеждой. Так, уже вторая ночь. Это, кажется, у нас 5 ночей, да? 5 ночей, кажется. Секундочку. Так, извиняюсь. Я уже тут. О! Оно немножко напугало. А, я уже вспомнил. Сейчас оно опять там будет. Смотрите. Давайте через 5 секунд мы туда опять заглянем. Раз, два, три, четыре, пять и... почему я тут? Чтобы... А где-то комната была? Это... В смысле? А, вот. Проще руки от моего медвежонка. Да, кажется, мы продержимся. Слишком легкая игра. Я сейчас накаркала. Да, я так и подозревал, что там кто-то будет. Фу.
Что это только что было? А, это заново? Короче, ладно, давайте уже заканчивать будем. Капец, я реально испухался. Короче, мы продержались только 5 ночей. Или даже 4, уже забыл. Ну что ж, мой дорогой подписчик, я надеюсь, что я выполнил твою просьбу. Реально, я испугался. Ну что ж, вам спасибо за просмотр. И, ой, извиняюсь, и всем пока!